Всем привет! Перед вами строительный пылесос BSS 1518 Pro. Кроме мелкого мусора и пыли, эта модель собирает грязь и воду. Так что вы без труда уберете просыпавшуюся землю или очистите салон автомобиля. Если понадобится прочистить засор в трубе, можно обойтись без вантуза. В пылесосе есть функция выдува. Чтобы пыль не поднималась во время уборки, здесь есть диффузор. Он рассеивает вдуваемый воздух. Кроме него, в комплекте поставляются насадки разных форм, гибкий шланг и две трубы, а также набор фильтров. Для хранения насадок на корпусе есть вот такой контейнер. Емкость бака для мусора 18 литров, что совсем немало. Модель имеет высокую производительность – 2400 литров в минуту при мощности 1500 ватт, но работает практически бесшумно. Шлангов в комплектации два штуки – один 2 метра, второй 4 метра. Они соединяются при необходимости, увеличивая общую длину до 6 метров. Это преимущество. Плюс рукоятка с дистанционным управлением.